Но я не вижу, ты далеко от меня, я тебя сумоню. Че по плану на четверг? Ну, в расписании поставил. А, ты расписание прям написал? Только ХМ. Плюс РС. Вот этот... Скажите, этот... кто у нас танкует? Ванька, а в итоге десятки пойдем проносить? Какие? Ну, Накс тот же. Я бы сходила. Я бы тоже сходил. 8 человек набрать. Добить по ачивам, ОС еще ебануть. Че, пошли ебашить? А че нам по ачивам осталось? Только 8 тел, если его закрыть? Да, мы их собираем. О, по-жесткому. А вот это серьезное типа испытание. Там, по-моему... Опа, еще... цепушки, хилим. А то, блядь, вайб будет. Ёбаный покос, блядь, сова умирает. Как дела, хилы, блядь? Нихуя себе, что такое? Что, ещё провисло что-то, ёбаный. Да. Все, походу, предлагали. Пинж. Что-то сервер сегодня пиздец. Что там хилы, блядь? Как дела у вас там, блядь? Войда уронили, это пиздец. Пахнет ГП, да? Частицу на Войду сдавать, нахуй. Я цепнухе сказал, чтобы она в него не прыгала. Да ёбать. По кругу зачистить. А на ком это птерсминог? Я на птерсминоге. А, у тебя нету времени. Я думал, ты mm-hmm. так хилишь, что я падаю. А это косилёза Лёха цепуха, блядь. Ёбаный. Да ты не я. Ну ты бы захилила, да, нормально? Конечно. Упали бы все, кроме тебя. Просто волнуй меня. Да, орехи на тебя, волну на тебя. Да. Главное, что Войд жив. Остальные похуй. Конечно. А блядь, чё вот здесь меня опять чуть не отпиздили, блядь, видели? Да, никакой пулить, блядь. Просто я стоял, я кастовал, никого не обижал, блядь, просто моб приходит, пизды дает. Ну, кто-то ж его спулил. Танк там такой вальяжный еще где-то, блядь, издалека там, блядь. Этого пока ждет, пока тут умрет, этого не пулит, ждет, пока мне поебалу дадут, блядь, потом только там нажимай. Правильно, так и надо. Ебать, что это? Воспитание танков. Ебобаный ты, козел. Давай, с легкого начнем. С легкого? С собаки? Ну. Ты мне напомнил этот Форсаж 5, нахуй, когда к этому Дуэйну Джонсону подходит мужик и говорит, блядь, говорит, две новости, хорошая и плохая. С хорошей давай с десерта начинаю, блядь. Сука. Я выпал с этой хуйни. И десерта, говорит, начинаю. Такой качок, блин. Короче, ревностный анрол. И вообще вся кожа анрол. Роги, я хуй знаю, чего тут забыли, блядь. А не кроме осколка здесь ничего. А, ну ладно, там, осколки анрол. Осколки? Они не падают. Чё, гаганаш объем? Да. Давай, гаганаша. Воды попить? Какая вода, блядь? Эй, год. Питьё, в смысле? Дай этот, хавку поставь в стол, эй, год. Эй, год на хурога, блядь. Какая хавка? Пусть ставит. А как мага звали? Эй, год. На, жри. У меня тут запас был, блядь, НЗ, нахуй. Ладно, хуй с вами, будем рыбу кушать. И клятву нажми, что ты, клятву КД. Ну, только тут надо, чтобы кто-то, ну короче, надо, чтобы кто-то еще подиспелил, хули дринк, так, но вариантов нету, они оба диспелить будут. Кто там хорошо, нормально тактику объясняет, Вяркина, объясните, в двух словах. Вяркина, на этом боссе ты стоишь со всеми РДД. Спиной к боссу. Да, спиной, ну подожди. Почему спиной? Периодически, да блять, завали байло, подожди. Периодически, во-первых, появляется метка, на тебе появится крестик, у тебя появится дебаф. Там таймер 5 секунд. Тебе надо вынести его к стенке. Появится лужа, выбежать из лужи. Все.
Вторая механика. Босс кастует фир. Кастует долго. Называется это хуйня. Первобытный ужас. Нужно просто отвернуться от босса. Ты хил, ты можешь постоянно стоять жопой к боссу. Тебе похуй. Потом. Этот хуесос кастует молнию. На 3 человека, по-моему, да, в десятке? На 3 человека в рейде хуйнет молния, на них повиснет магический дебаф. Если до следующей молнии его не сдиспелить, то по ним будет ваншот. Соответственно, ты видишь этот дебаф, ты его диспелишь. Потом босс кастует еще сокрушающий удар, под ним появляется зеленая здоровенная лужа. Если ты стоишь под боссом, он тебя этой хуйней шотнет. То есть ты стоишь далеко от босса, повернувшись к нему жопой, и выносишь метки, диспелишь дебафы. Все. Сейчас посмотрим, как понял. Хэлла, короче, мы с тобой подхиливаем, если что. Все, все готово. Пули. Вот смотри, видишь, он цепнуху уебал. Надо дебафы диспелить. Айк гот мет. Притон мет. Спиной к боссу. Вернули. Отбежал. Притон вниз. Отвернулись. Эй, Гоп, как дела? Варкина, выноси к стене. Стоит больше. Отвернулись. Притон и Варкина опять выноси. Помогаем, когда он выносит. Отбежал. Смотри, там старые лужи сидели, там смотри место заранее, куда выносить. Вон слева есть место. Отвернулись. Дал и отвернулись. Отбежал. Примерно вот так. Скажи, мама, будет мое что-то падать? Да надо говно кому-то. Где у нас наимой, блядь? Тварь. Кого там расколол? Нихуя, слышишь, не у голды падает 145, нахуй, ваша доля, ебать. Вау! Вот это ага. Да, блядь. Ну, надо его соло убивать, полторы как голды, да? Да, ебать, конечно, песен сверчка охуенный тринкет. 1.6к отхилил. Вот это, бля, триня пиздец. Че, давайте собаку сначала? Он же ману должен ну, 10. Да. Он еще хилить должен. А у кого распыл есть? Ну да. 3750 маны, нахуй. Твой тотем дал 6000 всего, блядь. Там нормально, офиги, я его. Ну это мало, конечно. На нем, смотри, на нем написано
с вероятностью 50% будет дополнительно восполнять 1500 единиц здоровья цели и 750 маны себе. Прикол, походу, в том, что когда ты кого-то хилишь прямым, там вот цепнуху ты в чело даешь, тринкет хилит потом, и он просто в оверхил уходит. Я понимаю. Да похуй, блядь. Там можно в детейл все посмотреть, сколько продадим, в оверхил уходит. Продадим этому, блядь, вендору нахуй, забирай, закинь кому-нибудь, да и все. Вы жрите хилы, а хуй знает, что вы с полманы стоите. Сейчас вот мы боф убьем, будет ноль маны, блядь. Как босса бить будем? У меня только рыба, я вот ее перед боссом поставлю. Ебать. На рыбе ману резать. Ну. Богачи. Ладно, у меня есть термос с горячим какао. Ща ебану, погоди. Ну, нормальная тема. В реале ебанешь, а в игре мана лестница, да? Нихуя. Вот, а что это консилятор 22? Нихуя себе, что это такое? Так ты 25 дал, прикинь? Ты бы видел, сколько сегодня Апродекс давал? Сколько? 55. В магика. Ну так это старт. Себе, а чё вы стоите, блядь? Так танк. Я не знаю. Танка ждём. Танк. Видишь, все культурные люди, без танка не пуляют. Танк у нас не культурный, пуляет сразу двух мобов. Я понял, и суицидников просто нету. Ну сова, как всегда, по хребтине получает, блин. Ой, бать, мне стан дали. Вон миликов захиливаю. Рогу. Когда этот пидор крутится, свет небеска стоишь по КД. Опять мне стану, ебать! Ты сам там не стой, блять, Вяркина, нахуй. Резайся, беги, хули здесь стоишь. Хэлла хилим. Беги быстрее сюда. А мне стан два раза подряд дал, это нечестно. Ну, мне я встань. Хэлл и хиль, короче. Пока этот бежит там. Ну, видишь, какие мы скиллованные, нахуй. Вау. Вот это да, блядь. Тебя подохнут челики. Да никто не подохнет. Какую-то панцирь там нажмите, я хуй знаю. Это, блядь. На скиллухе подохните, да? Угу. Сранит. Сейчас сапрот хуйнул. Бафы ебашьте. Веркина, кинь кулак точечно по мне. По хулидринку. Чё там, пати раскидывали или чё? 5 на 5. А, мы на этом пидорасе. Ну, милики в мили, в РДД с хилами. Ауф. Ну так, да. Первая пати слева, вторая справа. Надо объяснить тактику. Вяркина, нахуй. Короче, смотри, тактика. Смотришь за звездой, нахуй. Делаешь, как я. Вот тебе тактика. Частицу на танка. Не двигаться, когда вот зеленая тебе хуйня, просто не двигаешься. Двигаешься только тогда, когда луч будет появляться. Короче, как сова двигается, так и ты двигаешься. Она мильков. Вы ему про поезда главное объясните, а в остальном он может стоять, вот, хилить и подходить. Вот я и говорю, поезда, смотришь на сову, я тебе скажу там все время бой. Все, не надо, блядь, полгода рассказывать. Пошли, там пошли. Моментально надо. Моментально, прям моментально. Ну, типа гейзеры, если к нему никто не подойдет, его не убьет. Да, заебись. Моментально смотришь на сову, понял, да? И шо, остави ГП накинем. Да, туребы. Двойное за него и за хапала. Точно. Ну, да, двигаться нельзя, РДДшнику. Будешь много двигаться. Сейчас займешь позицию, нахуй. Позицию займешь, где метки все, нахуй. Бля, ебаный. Эй, балрот, забагались. Ну вот, короче, вот тут занимай, нахуй, центральную позицию. Вот. Все, занял, стоишь, хилишь. Все, стой, вообще чилить, сейчас хилить нехуй вообще. Вот смотри, у нас зеленая метка, прочитай пока, что там написано, блядь. Про себя только. Значит, будут гейзеры, либо синие, либо фиолетовые, либо зеленые. Если на нас, просто с них выбежишь. К миликам, вон, которые там тусуются по псиной, тебе нельзя подбегать, потому что словишь конфликт, на весь рейд 25 тысяч урона за 5 секунд будет. Вот, выбежал с лужи, выбежал, не стой, вот. Все, красава, блять, ты выучил тактику. А, и вот это... Лучше многих. И ну, вот это... На мне метка, я веду ее к стене под танка. Вот этот каст видел, который собака давала там... Разлил. 2000 урона был. Он, если в него ты будешь кастовать, то ты сало получишь. Милики, готовьтесь на обстреле, на вас будут гейзеры, нахуй. Смотри сейчас на звезду, когда я тебе скажу, сейчас готовься. Вот, видишь, шквальный обстрел. Смотри на звезду, вот смотри на звезду. Вышел с этого луча, вышел.
Теперь запрыгнул обратно, запрыгнул. Вот, красава, ебать, ты просто лучший ученик, нахуй. Обучаемый. Ай, год, как дела? Хуёво, да? Чмоня. Все, всю ты тактику увидел, все, что есть на этом бою. Вот на этот каст, стоп-каст, типа. Если сало получилось, чилишь, нахуй. Ну, у меня две школы магии, я кастую, мне похуй. Все, скоро гейзеры на нас будут, слышишь? Вяркина, блядь, жди. Сейчас сбегайтесь, Хэлла, сбегайтесь, Хэлла, быстрее. Сбегаемся в Хэлла. Да у него вставалка есть, забейте, блядь. Пиздец, нахуй, кринж, выбежали. Лохи, блядь. Сука, еще не шалайтились. Ой, бичи, блядь. Ой, сбежались в Хэлла, конечно, мы нормально. Вставалка здесь не лучше. Вот что мы проебали, ну, типы со вставалками, блядь. Ладно, давай попробуем добить, что там, 4 ляма. В принципе, должны. Блин, ну хилим. Хильти! Я блядь. Холидринка про хиль Вяркина. А, этот Вяркина, давай хиль там, ебаный, не стой. Ты тактику уже видел, блядь. Тут типы. Типы вайпанулись, нахуй. Ебать, челик тактику уже не знает, он уже, блядь, не вайпается, а вы, блядь. Ну конечно, он не вайпается, он не сбежался, блядь. Он смотрел на звезду, потому что, блядь. Хэлла, ну хиль себя. Ты тоже, блядь, не сбежался. Бля, на мне перегрузка. Обстрел, смотри, Вяркина, блядь, та же самая всё хуйня. Всё, ГГ, пока, блядь, нажми АМС. Да все нажал, хули, по танка принес. Не помогло, не помогло, да? Давайте побьем, должны ебануть. Ой, бля, сало стоял, как додик. Блин, жалко, консилятор умер. Да. Сейчас задпсим, только вот этого не урони, танка. Вышли с лучей, с залупы с этой. Ну, понял, да? Вот на тебе иннер будешь хуярить просто, блядь, хиль на все бабки. У Хэлла маны мало, блядь. Да у вас Элим, сова и еще и лок, ё-моё, вас пиздец, вы еще разъебать. Надо, видишь, иногда собаку помогать подхиливать. Приключения, блядь, электроников, нахуй. ТТГ, нахуй. Ну шо, как тебе, блядь, босс? Легкий, да? Ну этот босс, блядь, мы на нем 4 часа вайпались когда-то. Нихуя не могли выбежать. Случай, сука, люди не могли выбежать, блядь, а ты выбежал с первого раза. Ну все, у тебя большое будущее, нахуй, Владимир. До сих пор люди случай не могут выбежать. Мне надо кому? Шо там, где мой ревностный, сука? Нету, нахуй. Сапоги, кстати, бери. Так у меня есть такие. Еще одни возьми. Хронический удар. На Т5, короче, не работает этим. На Starfall чарка. Поэтому ее надо менять будет. Так что, о, это, блядь, поиграть. Охуенная чарка на ДК. Вот это топовая, да, берите кто на танка. У меня такая же на сапогах. Это ДКшник. Ну а сейчас, короче, вариков нету, это мне надо хилить. Иначе мы обрыгаемся. Да мы и так обрыгаемся. Да хоть не, так, не хоть обрыгаемся. Так. Если вы в десятке обрыгались, блядь, на собаке. Просто понадеялись на вставалку, блядь. Решили не сходиться. Еще кричит, блядь, один кричит, сбежимся, другой говорит, нет, там вставалка, говорит, есть, нахуй. Ну все правильно, чё, что на шаманов сбегаться. Нормально сбежали, блядь. Ну, три трупа. Той собаки как бы лучше не надеяться на вставалку. Но... Ну как бы, если ты убежишь куда-нибудь в угол, потом встанешь и просто... Ну на Элиме, ну, да, проблем вообще нет, что в миле, что в РДД ты можешь нормально дамажить. Короче, блядь. Цепуху через хэпала кастуй, блядь, это раз, блядь. Частица это самое, хилишь себя. Хилишь самые такие просажаемые цели, это вот. Хэлла тоже на дыхании знаешь, цепуху притон знаешь. В принципе, блядь, тут не должны мы сдохнуть. Короче, смотри, хэпал, тут с черного пола выходишь, это раз. И второе, в конце будут бублики такие на полу крутящиеся, такая залупа, блядь. Вот, в нее надо зайти будет по команде. А когда он под тобой появляется, с него выходишь. Потому что когда в нем стоишь, отхил по тебе снижается на 70%. Это хуево, блядь. На 100.
Не на 100. На 80%. 80%, да, и бабл не спасает. А ни тебе, ни мне. Да, бабл он отменяет... Вот этот баф, который ты стоишь от хил снижает, он еще снижает... Он защищает от ваншота босса. Короче, бабл тебя убьет. Бабл, он отменяет эту хуйню от бублика, а от ваншот босса он пробивает бабл. Вот, поэтому... Вероника каску по воду кинь. В натуре, нихуя себе, ты чё, блядь, без каски играешь? А ты лапу дай, хуя себе, блядь. Даю, ебать. Геру с пула. Геру с пула. Думаешь, дерганём? Конечно, нахуй. Я даже могу покастовать при... это гнев, нахуй, сейчас с пула, подожди, блядь, где там? Сейчас смотри, блядь. Босса мордой вредит. Полезный, давай ходки. Слушай, я тебе скажу, когда заходить. Я успею рассказать. 15 секунд точно покастую, смотри, нихуя. Рома, блядь. Лунный огонь, нахуй. По 3000 хуярю, нормально, пацаны, блядь? Промах, нахуй. Ёбаный ворот. Просто, ну, точно зерганем, блядь, благодаря моему. Все, блядь, ходую, короче. Дыхание через секунду. Ёбаный ворот, что это было? С черного пола выйдем. О, бля, ёбаный в рот. Вставалка есть? Была. Кринж. Ну, блядь, реса нет. Я помогал хидить. Реса. Сейчас дыхание будет, второй себя сразу хить. Каску, лапку по нему быстро дали. Нет, дыхание уже за полтинник перевалило, дыхание попозже чуть будет, так что... Так, если что там, в мелизоне сразу сферы убейте, чтобы не обрыгаться. С черного пола выходим. Бублики фаза выносим. Пошла. Так и зовут, вынеси. Вот, бублики вынесли. Возле них стоим недалеко. Вяркина, встань так, чтобы ты от бублика недалеко был. Если что, по команде забежать. Вот дыхание. Ёбаный в рот, блядь. Я не успел у него просто цепнуху докастовать. Ну, тут хосты нихуя не... Погружение, нет. Заходим. Хаст пошёл. Заходим в бублики. Выходим. Бау, не успел выйти. Рано зашли, мне кажется. Да обрыгались нахуй по полной, блядь. Падаем. Он под бублики просто кастал. Прям секунда в секунду. Танка нету уже. Хилов нету. А чё за бред? Он чё, может эту хуйню дать под каст? Да. Чё за дерьмо? Он чё, охуел? Петух, потому что побыкать. Петух ёбаный, бывший. От дыхания нельзя уйти, оно хуярит. От дыхания это хуёво, отдыхать потом будем. Восемьсот IQ, нахуй. Вяркина, тебе сколько лет, блядь? Чё у тебя за ник такой странный? Был бы какой-нибудь VR, нахуй, просто кинул, блядь, что-то лишнее. 30, нихуя. Почти столько же, сколько и тебе, нахуй. Бай. А ты на офи играл или на циркуле? Есть группа. VR. Нихуя себе, блядь. Чё там, ставишь рыбу? А, вот она. Голодный Слава в поисках рыбы. Короче, я так делаю. Я запускаю таймер здесь, когда босс пулится. На 25-й секунде он дыхание дает, потом на 50-й. Вот, а потом после 50%, ну это до 50%, а после 50% он свой таймер запускает, как-то отсчитывает опять, что ли, 25 секунд, непонятно, короче, как. Вот, и вот эта хуйня с бубликами. С черного пола выходить, и все, изи босс, блядь, хуйня. Согласен. Сейвы свои прожимать. Согласен. Вяркина не резнул ману, блядь, он сейчас не захилит нихуя, подожди. Ну дай ему этот иннер. Да нет, потом понадобится, если он упадет. Или... И если он просядет. Ладно, похуй.
Я бью, короче, ебану. Смотри, просто гневом, нахуй. 2000. 5000 кританул, нихуя? Ебаный в рот, блядь. Где что такое? Еще раз где такое видано, нахуй? Вот черный пол появляется, выходим. Выходим еще раз. Дай мне дополнительные хилки накидать. Я, Ника, забери это, тьму. Быстро. Ауру тьмы возьми. Дыхание. Яркина, говорю, тьму. Он не знает, что это такое. Какую? Аура, ебаная, ауру, нахуй. Экзамен будешь сдавать по этой, по классу, по своему. Я боюсь спрашивать, он знает, что такое ма? Сферу убейте. Внизу. Бублики вышли. Айгот, консилятор, цепуха. С пола вышли, с черного. С бубликов вышли сразу. Вот сейчас дыхание будет самое, самое опасное. Вот дай, ну хуй знает, ну типа... Там хил плотный был. Все, в бублик зашли, в бублик погружение. Зашли. В бублик зашли. Вышли из бублика. Вяркина, как дела, блядь? Сука, в бублик не можешь зайти. Зависло. Повисло. Зависло, да. Бля, ну охуенно, что я поделаю? Чётенько. Цепуха хиль, хела и цепуха хиль. Консилятор, ебаш. Я стараюсь, блядь. Ебаш, ебаш. Панцирь. Сука. Нет. Пиздец, я хуй знает. Ну это было провис. Да, провис. Я не успел. Ну, типа, не успеваю, блядь, вот это людей, это пиздец, что это такое, нахуй. Да, сейчас лагануло, типа, блядь, лак и все умерли, нахуй. Я вышел из бублика, у меня повисло, и когда я развис, ну, я умер и повешал древнее проклятие под босса. Повисло древнее проклятие. Админы просто сыны бомбой. Можно это показать, что там вообще по хпс? Мне показывают, что хпал вообще нихуя не делает. Ну да. Но у него правосудия нету. Хэпал, уважаемый Хэпал, ты знаешь, что такое правосудие света? Желтая такая поебень из молоточков, нахуй. Открой, блядь, себе книжку заклинаний, нахуй, свет, или где там это находится. Вот, вот эту парашу накидывай на босса. Нет, синий ты не кидаешь. Когда в рейде есть хэпал, ты кидаешь желтую. Когда в рейде нет хэпала, кидает желтую протопал. Когда в рейде нет ни протопала, ни хэпала, кидает желтую ретрик, нахуй. Должно всегда быть, и если два пала есть, и синяя, и желтая. А когда нету ни первого, ни второго, ни третьего, то это рейд без петухов. Вот сейчас ты проебал хпс пару тысяч от этой хуйни. Может не пару, блять, на последней фазе. И, блять, в бублик зайди, ты увидел, что такое бублик, блять? И больше хили, я хуй знаю. В нем умер. Так ты бабл нажал, что ли? Сразу надо забегать в него, когда на середине каст. Лучше 50 на 50 прошел. И только каст прошел, выбегай. Да, 50 на 50 в бублик будешь заходить, нажмешь. И что у тебя за камни забоссаны за 20, блядь? Давай лициты покупай, блядь. Вот эту хуйня. Т4 вставляй хотя бы. Т4 пригодится еще долго. Яркина. Готов. Перед заходом в бублик жмешь полтинник. И себя на фул. Без отчета я пошел пулит. Давай. О, я кастую, нахуй. Гнев, нахуй, смотри просто, блядь. 5000 опять кританул. Нихуя я жесткий. Короче, дал лунный огонь, промах. Сука, вот. Повешал. Все, короче, буду хотать.
Вот фаза пошла, другая, последняя фаза, вторая. Чё таки зовут, а кто пиздит так? Жизнь. Бублики. Так и зовут. О, у нас эти бублики. С черного пола выходим. С бублика вышли. Когда заходить будете в бублик, только в один заходите. Вот сейчас будет скоро погружение уже. Вот погружение, в бублик зашли. Вышли. Гребаный шарик, блядь. Ебаный. Давай, ебашьте, кто живые. А чё так хуярит его? Я про танка. Ну такой босс жесткий. Хуярит. Бублики опять с бублика. Кстати, ракету, блядь. Да ракета, блядь. Давай, ну, давай, давай. Ну. Я понял, нахуй. Давай. Я все отдал, чувак. Пизда. Хаос болтом, блядь. Да. Что там за лут, покажи. Что там, мой ревностный выпал, блядь. Ресни давай, блядь. Удар гроба, нахуй. Масрез дайте. Блять, ноги, сила заклинаний, нахуй. А, нету пояса. Ты дух. О, вот почти. Эти ноги бы, блять, я бы на собой взял. Это вар, да? Кто вар? Удар грома.